У меня к вам такой вопрос. Исламская республика Иран сотрудничает с ОДКБ в рамках антинаркотической операции «Канал» на фоне событий Сирии и Ирака, о чем вы упомянули. Есть ли новые перспективы сотрудничества Ирана с вашей организацией? Спасибо. Вы знаете, да, мы, например, считаем, что мы должны укреплять сотрудничество с Ираном. Действительно, иранские службы, соответствующие службы, очень активно участвуют в нашей операции, которая проводится организацией договора коллективного запаса, особенно по незаконному обороту наркотиков. Они работают очень эффективно. И очень результативно. По большому счету, даже цифровые показатели по результатам этих операций у иранцев, как правило, я имею в виду службу Ирана, они превосходят показатели по нашим сторонам. Ну, во-первых, там проблемы могут быть поострее, но я считаю, что они очень эффективно работают. Хотя я думаю, что наш потенциал взаимодействия не исчерпан. У нас есть еще, по меньшей мере, 3-4 направления, по которым мы можем работать. Это касается Афганистана, я имею в виду оказание содействия Афганистану в стабилизации обстановки. Это касается обмен информацией по экстремистской деятельности в этом регионе и некоторых других направлений. То есть я глубоко убежден, кстати, по этому поводу министр иностранных дел в свое время дали такие нам рекомендации, чтобы укреплять сотрудничество с Ираном, так как он очень активный и, самое главное, очень, я бы сказал, такой существенный игрок в этом регионе с точки зрения общей стабильности и безопасности.